Звезда ТНТ Лера Кудрявцева в свои 52 года поражает молодостью и красотой. Она словно сумела договориться с природой, которая забыла добавлять ей возрастных изменений. Что важно, без макияжа Кудрявцева выглядит так же моложе своего возраста. За это многие подозревают ее в слишком близкой дружбе с пластическими хирургами. Лера это отрицает. Утверждает, что даже ботокс для разглаживания морщин себе не колет, заявила блондинка. На что она в свое время решилась, так это на увеличение груди после рождения первого ребенка. И горько об этом пожалела, публично рассказав о негативных последствиях погони за внешней красотой. Выложила страсти ведущие в эфире радио «Комсомольская правда». При этом не исключает, что когда-то, возможно, решится на подтяжку лица, когда годы возьмут свое. Страшно, но что делать? Работа в кадре обязывает выглядеть привлекательно для зрителей.